Здорово! И теперь этот главный арбитр Руслан Семенов. Удар! Гол! 3-1! Ну что, как все сменилось? Назад, назад еще играть. Сейчас уйдете, карточку получит кто-то. А завтра в Сергее. Второй раз Локомотиву удается комбинация чистая. Пас, да? Очень волновался Пимен. Видно было. Ну, и в конце концов забился мяч между ног Филиппу де Вильде. Скажите, я не уверен, что сделано нарочно, хотя, ну, так вот выходил.